48 педагогов Чувашии, подготовивших победителей и призеров всероссийских олимпиад, получат денежные поощрения. Накануне учебного года глава республики подписал соответствующее распоряжение. В этом году 42 ученика стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Денежные поощрения – это дополнительная поддержка и дальнейшее стимулирование талантливых педагогов. В республике создана сеть инновационных общеобразовательных учреждений, проводится интеллектуальный и творческий конкурс различных уровней, реализуются индивидуальные программы сопровождения одаренных детей, внедрены механизмы их материальной и моральной поддержки.